Привет всем! Сегодня обзор из магазина «Светофор», который находится по адресу город Ульяновск, проспект Академика Филатова, дом 1. Салатник из натрия кальция силикатного стекла. Объем 2,8 литра. Размер 25 на 18,5 сантиметров. Очень тяжелый. Цена 150 рублей. Кружка, объем 350 миллилитров, подходит для горячих и холодных напитков, цена 36 рублей. Кувшин с крышкой, 1,7 литра, с пластиковой ручкой. Дизайны есть разные. Цена 99,50. Гелевые пеленки для домашних животных. Размер 60 на 40 сантиметров, в упаковке 20 штук. $127.50. Подгузники детские Хаггис, классические. Размер 7-18 килограмм. В упаковке 50 штук, цена 392. Средство универсальное, 10 в одном. Объем 750 миллилитров. Заменит 10 специальных чистящих средств для разных поверхностей. Область применения по всему дому. Цена 38 рублей. Антинакипин. Средство для защиты стиральных машин. Предотвращает образование накипи и солевых отложений. Смягчает воду. Упаковка 750 грамм. 44 рубля. Кофейный напиток растворимый. Макачино. Упаковка 300 грамм. Цена 99. Кашка жидкая, безмолочная, фрутоняня. Для детей от 6 месяцев. Объем 200 миллилитров. $20. Конфеты с комбинированным корпусом. Упаковка 500 грамм. $109. Слойки с кунжутом, итальянские. Можно посмотреть состав, кому интересно. 1 килограмм 146 рублей. Рулетики со сливочной начинкой. Один килограмм 144 рубля. Арахис в сахарной глазури. Упаковка 500 грамм.
5650. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада подпискам и лайкам. Всем пока-пока.